эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 4 июля 2017 года, вторник, по одному из старинных, третий день месяца получения даров природы, 7525 лета, понедельник. Просили меня говорить более помедленнее, почетче, исполняю просьбу в этот раз. И мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Здоровье в жаркие...» Жаркий период времени лета. Вот называю эту тему, и смешно становится. Такой он у нас жаркий в средней полосе, что уже дожди замучили, и холода ночные. Ну ладно, автор-сказитель, всем уже вам хорошо знакомый и долгожданный Захар Белинский, Арират. Здравия тебе, Арират. Здравия, Алексей. Здравия, народ. Я не знаю, как там у тебя, чуть поюжнее ты живешь, как у тебя лето наступило, не наступило. У нас пока как-то летом особо не пахнет. Ну, Алексей, у нас примерно 2 недели, как уже лето наступило. Жара очень солнечная. Да, уже прячемся от жары, не знаю. Вот кондиционером не пользуюсь, ну, считаю, не совсем полезно. И поэтому вот жарко достаточно. Угу. Считаешь, совсем не полезно, понятно. Хорошо, но у нас тут прятаться в средней полосе особо никуда не приходится, кроме как залезать под зонтик, когда идет дождь, и надо куда-то идти по улице. Ну что ж, раз у тебя лето наступило, с чем я тебя поздравляю? Дед Мороза ты послал куда подальше, я так чувствую, грамотно, он от тебя отстал. Давай тогда уж хотя бы для тех, кого лето наступило, начнем говорить, как же себя все-таки вести в жаркий период времени лета. С чего начнем? Начнем с того, что, по всей видимости, наверное, Дед Мороз ушел к вам. Я его послал, а он ушел к вам, где-то там рядом. Злой-то, некачественный. Понятно. Я не хотел, он, видно, просто маршрут какой-то избрал неверно. Не туда пошел. Не трезвый, наверное. Надо было ему компас давать, чтобы он уже по правильной навигации двигался, а не просто куда там. Ну да. Или точнее говорить, куда идти, да? Чтобы, а то просто так сказал, иди. Я так понял, что ему... Ты не указал указующим перстом, не ткнул, куда идти, просто сказал, да иди ты, знаешь, куда, да? И он сказал, знаю, и пошел. Ну да, да, скорее всего так. Понятно. Ну ладно, ладно. Ну давай хотя бы для тех, у кого лето наступило, что-нибудь хорошее, доброе скажем. Итак, с чего начнем? Ну, начнем с анонса, с общего. В сегодняшней передаче хотел бы поговорить о тех ситуациях со здоровьем, которые могут возникать в этот период. Ну, не будем называть его жарким, просто в летний период. С точки зрения медицины, народной медицины, с точки зрения здоровья, прежде всего хотел бы поговорить о тех последствиях, которые могут возникнуть, и как можно с ними справиться. Прежде всего, под последствиями понимаю, что возможны там какие-то явления, солнечные явления, там, солнечные удары, ожоги. Это, возможно, какие-то травмы, которые можно получить, перемещаясь по пересеченной местности, потому что многие летом начинают путешествовать куда-то в горы, в леса, по степи некоторые. Вот. Хотел поговорить о том, как можно беречь себя после укусов змей, после ран, нанесенных, допустим, дикими зверями. Ну вот, собственно говоря, это такая будет основная тема. То есть как уберечься себя, как уберечься и как защититься впоследствии, вернее, предотвратить более негативные последствия. Ну и в качестве справки поговорим о том, какие травки, в принципе, можно уже собирать. Хотя если в средней полосе там такой дождливый период, то, соответственно, трава будет не совсем доброго качества такого. Вот, потому что обильная вода, конечно, ничего хорошего не приносит, как и все, что сверх меры приходит. Но, тем не менее. Вот. Ну и, конечно же, ответим на вопросы, поговорим о каких-то отвлеченных темах, на которые будет дана возможность поговорить. Ну, собственно говоря, можно начинать. Вот, Алексей. Ну, раз можно, давай начинать. Ну, давай начинать. Хорошо. Итак,
Лето, лето, лето. Вот на какое у нас лето. Считаем, что вступление мы сделали, теперь давай уже с чего-то конкретного. Да. Что, с тепловых ударов или вообще о чем-то другом? Давай с солнца начнем, поговорим о солнце. Коль солнца там у тебя нет, ну давай хоть о нем поговорить. Может и появится, может своими разговорами солнце это назло гидромедцентру и привлечем. Давай-ка, Ярила, порадуем, да, и привлечем к себе. Давай, солнышко, мы про тебя будем разговаривать. Да, кстати, я знаю одного замечательного человека, который делает такую йоговскую практику, Сурья Намаскар, то есть поклон солнцу, да, и он делает это вот несколько раз, там несколько кругов, он делается там по кругу, ну, как несколько, там штук 10 подряд, там, может, чуть больше, и вот над тем местом, где он делает, тут же облака расступаются и начинает светить солнце. Вот, может быть, в тех краях, где солнца нет, массово выучить вот эту практику Сурья Намаскар и начать практиковать, бог весть, может, и солнце появится. Вот. Ну, по крайней мере, вот он одно время преподавал йогу и на гору залезет в такую пасмурную погоду, и на горе тучи, значит, солнца нет, уныло так все, и ученики унылые тоже смотрят на него. А он возьми и начни там на вершине горы, вот это вот там позы выделывать всякие, приветственно, солнце приветствовать. И смотрят, и потом раз, облачка расступились, и как бы солнце начало светить. Вот это действительно такие вещи, которые я своими глазами видел. Очень интересно происходит все это. Вот. А есть еще техники облака разгонять. То есть можно вот брать и разгонять облака. Тогда вот оттуда солнце будет светить. Вот можно так попробовать. Ты знаешь, я вот всегда предлагал поосторожнее с такими техниками. Почему? Потому что все, что происходит в природе, оно происходит не просто так. И если мы где-то ради своих личных интересов что-то пытаемся изменить, то в этом случае может происходить обратный эффект в дальнейшем. То есть мы создаем какое-то предположение, предстояние для того, чтобы что-то дальше произошло. Поэтому не всегда все-таки я рекомендую заниматься такими практиками разгоняния облаков или, наоборот, вызывания облаков. Потому что ставится некая фантомная структура для того, чтобы эти облака разобрать, и ты вклиниваешься в природные циклы. Потом в дальнейшем, если попользовался этой структурой, этой системой, и не убрал ее или убрал неправильно, то в этом случае ты уже внес изначально какое-то изменения в природные действия, в природные взаимодействия, и потом еще не убрал до конца, и что-то происходит. Я, конечно, понимаю, что человек, даже идя по траве, он траву приминает и кого-то давит. Без этого невозможно. Но все-таки, когда мы уже начинаем не просто там муравьишку случайно придавил или гусеницу какую-то, вклиниваемся в природные явления, а уже более серьезно на уровне взаимодействия земли и воздуха, и воды, то здесь могут быть потом какие-то не очень хорошие для нас явления. Поэтому, если вы решили что-либо разогнать, то 10 раз сначала подумайте, нужно ли вам это, и что вы будете делать дальше, чтобы на место все в порядок привести. Ну, это так, мое отступление. Итак, можно реплику на вступление? Да, конечно, вот, давай. Не так давно в новостях прозвучала такая маленькая новость, на нее особо никто не обратил внимания, что нынешние погодные условия на территории вот России вызваны тем, вот в том числе, возможно, там было так сказано, возможно, тем, что был произведен неудачный запуск китайской ракеты. И она взлетела там в какие-то слои атмосферы и, ну, не долетела куда-то. И там что-то с ней случилось. Она там то ли взорвалась и так далее. И она очень сильно, это вот этим взрывом, очень сильно разогрела определенный слой атмосферы там на большом достаточно радиусе. И вот именно разогрев вот этого слоя атмосферы там высоко, он и дал такой негативный эффект вот над средней полосой России, что там дожди и так далее, климат сдвинулся. Это один момент. А второй момент то, что, ну, многие уже знают, что есть там на Аляске или в Канаде, я точно не помню, на Аляске, кажется, это башня какая-то западная, ХАРП называется, если мне память не изменяет. Климатическое оружие, которое разогревает. Там не башня, там целое поле. Ну, поле, да, которое вот разогревает ионосферу там до определенной температуры и вот изменяет движение там в атмосфере, тоже модулирует погоду. Так вот, если это вот эти вот товарищи как бы модулируют погоду, то я думаю, что и не грех повоздействовать в ответ какими-то своими силами.
Поэтому... Ты знаешь, в этом случае надо воздействовать по-другому. Эту китайскую ракету надо направлять на ту поляну. Ну да, это верно. И пускай уж там, где надо, она разбивается. Ну, что просто так-то топливо жечь? Ну, пролетело, упало, ах, не хотели. Так получилось, ребят, извините. Ну да. Ну ладно. Ну вот, так что... Какое наше взаимодействие на что-то влияет в дальнейшем, и на нас влияет. Так что давайте будем это учитывать. И будем учитывать, что у нас уже... Эфир идет, а мы так, в общем-то, ничего по теме-то и не сказали. Ну, хорошо, давай говорить по теме. Значит, давай. Для тех, у кого есть солнце, или, ну да, в принципе, для тех, у кого есть солнце, значит, вредное влияние солнца на нас может оказать в виде теплового удара, вот, и в виде термических ожогов, которые мы получаем на своих кожных покровах. Значит, в общих самых чертах, что такое тепловой удар? Тепловой удар – это вот такое явление, вследствие которого человек теряет сознание, нарушаются там определенные процессы в организме, и каким образом, ну, вдаваться в то, там, какие процессы и так далее происходят, я не буду, но расскажу, как способствовать тому, чтобы привести человека в чувство. В принципе, это делается достаточно просто. Его нужно переместить в тень, желательно его обильно намочить как снаружи, так и внутри. То есть снаружи можно там, все, если он там, в одежде, облить его всего, чтобы он лежал в таком прохладном месте. Вот. Ну и обильное питье, оно не холодной воды, а такой комнатной, можно сказать. Вот. И вот таким вот образом его выводить. Плюс на голову горячий компресс. Фу, горячий компресс. Я прошу прощения, думаю об одном, говорю о другом. На голову у тебя уже, я чувствую, так перегрев у тебя уже там случился, да? Да, да. И на голову... Положи-ка себе горячий компресс, в смысле холодный. Да, и на голову компресс холодный. То есть какую-то вещь можно взять, свернуть, там майку, пропитать ее прохладной водой и положить на голову. Даже не надо выжимать, пусть эта прохладная вода стекает по человеку. И вот так вот постепенно человек будет приходить в себя, в сознание. Если как-то там что-то не очень будет приходить, по возможности там, вызвать какого-то медработника, если, мало ли, вдруг понадобятся какие-то действия реанимационные производить, там, или более серьезное какое-то вмешательство, если рядом не специалист. Вот. Что касается дополнительных мер как-то, после теплового удара, то можно голову смачивать раствором уксуса. Там, яблочный уксус, берем, разводим его, две части воды, одна часть уксуса, и вот саму голову протираем. Это тоже будет хорошо способствовать пробуждению при вот тепловом ударе, приходу в себя. Ну, также, как и обычно, в принципе, приводя в себя, можем использовать нашатырь, вот, можем использовать там, по щекам чуть-чуть лупить, чтобы приводить в себя. Вот, все это делаем. При происхождении, допустим, тепловых ожогов, ну, солнечных ожогов, да, как ну, в простонародье, когда мы обгораем, то здесь нужно понимать, насколько мы обгорели. Потому что если мы обгорели чуть-чуть, то вот опять же тот же самый раствор с уксусом, он влияет очень хорошо, и вплоть до того, что утром мы уже вообще обо всем забудем. То есть опять же также берем яблочный уксус, разводим его с водой, там две части воды, одна часть уксуса, и протираем обожженное место перед сном. Так активно протираем, протерли, высохло, еще раз протерли, и так пока не уснем. И если ожог был не сильный, такой поверхностный, ну, так, не сильно вы обгорели, скажем так, нет повышения температуры тела, нет такое крайне болезненного ощущения на коже, когда прикасаемся, там аж печет, то тогда можно протирать уксусом. Если уже температура тела поднялась из-за того, что обгорели, если очень болезненные кожные покровы, то тогда уксусом нельзя. Протирать уксус может только усугубить в данном случае. Вот, тогда можно использовать следующий состав. Мы берем 1 столовую ложку растительного масла, любого растительного масла. Мы берем 2 столовые ложки сметаны и берем 1 желток. Все это смешиваем и мажем. Прекрасно заживляет любые солнечные ожоги. В принципе, в любой степени, любой площади. Утром уже будет гораздо легче. Вот. Также можно сделать еще следующий состав. Смешать сметану с соком алоэ, вот, и добавить витамин А в масляной форме. Вот. Ну, в принципе, можно произвольный объем делать, но желательно, конечно, чтобы сметана была в два раза больше, чем сок алоэ, а витамина А можно 1-2 ампулы туда добавить и тоже нанести на кожные покровы, вот, и это будет защищать нас от
ну, собственно говоря, вот этого теплового воздействия от последствий негативных, будет спадать жар с кожи, будет уходить там температура тела, болевые ощущения будут сниматься. Вот. Что касается иных ожогов, ну, поскольку тема сейчас идет об ожогах, ну, допустим, те же самые, если мы обжигаемся чем-то горячим у костра или... Вот, кстати, там, где холодно, дождь идет, можно костер, разводить костер и что-нибудь делать на костре. Так вот, если обжегся на огне, то можно сделать следующий состав. Достаточно такой оригинальный. Мы смешиваем свиной жир, воск и белок яйца. Причем жира и воска должно быть поровну, а белка можно в два раза меньше, чем всего остального. То есть как сделать белок? Мы желток достаем из свежего яйца, оставляем белок, и вот это смешиваем с мазью. Вот. И протираем места ожога вот этим вот составом. Ну, тоже происходит достаточно быстрое заживление. Состав, в принципе, достаточно такой неприхотливый. Я сегодня, вот когда размышлял над тем, о чем буду говорить, старался найти такие составы, которые бы не требовали наличия каких-то специальных трав, которых не у каждого может быть под рукой, а вот все то, что, о чем буду говорить, оно, в принципе, собирается из подручного материала, так сказать. То есть, в принципе, все это может быть доступно или там в ближайшей шаговой доступности. То же самое, там, то же самое свиной жир, пожалуйста, там сало, в принципе, есть кого угодно. Может быть, у кого-то даже есть готовое топленое сало. Ну, я понимаю, что, конечно, у сыроедов вряд ли оно, или свежелюбов вряд ли оно будет, но на всякий случай, как лекарственное средство, можно иметь. Вот. Ты смотри, сырое сало, оно у сыроеда должно быть в этом случае, потому что оно сырое. Да. Сырое, да, если сырое, сырое, тогда точно. Ну ладно, шутили, ты мне вот что скажи. Давай-ка рассмотрим, а почему тепловой удар случается? Как его, может быть, лучше не допустить? Потому что когда уже мы что-то исправляем, это уже мы работаем со следствием. А как мудрому человеку не допустить тепловой удар? Что происходит вообще, когда человек себя начинает чувствовать плохо от теплового или солнечного удара? И вообще солнечный удар – это тепловой удар? Или угу. Все-таки это разная вещь? Тепловой бывает и без солнца, или, может быть, это только с солнцем связано? Давай этот момент рассмотрим, немножечко как поумничаем. Ну, давай поумничаем, хотя, наверное, я небольшой знаток умничания, но попробуем. Вот. Солнечный удар, по всей видимости, происходит вследствие того, что просто голова перегревается у человека, вот, и каким-то образом температура головного мозга, наверное, повышается, температура тела в целом повышается, и организм просто отключается. Вот, я думаю, это происходит так. Ну, также недостаточное количество жидкости и перегрев содержимого черепной коробки. Я думаю, это основные причины, по которым происходит солнечный удар. А другие тепловые удары мне неизвестны, то есть какие-либо. Ну, Я думаю, что там примерно то же самое, только как тепловой удар может воздействовать уже на все тело, да, когда перегрев идет всего тела. Вот. Одно дело в баньке посидеть. Да, когда это хорошо. А другое дело постоянно на жаре присутствовать, когда и влажность очень высокая, и солнце светит. То есть, когда организм начинает перегреваться. Потому что известно, что наш организм чувствует себя комфортно в определенных температурных условиях при определенной влаге, влажности воздуха и так далее. А если у нас повышенная влажность, если у нас температура окружающей среды очень высокая, то с непривычки можно как-то себя и не очень хорошо почувствовать. А если еще и солнышко припалит, да, и черепушечка вскипит, там же что происходит? Вот нагревается, почему вот именно человек себя начинает чувствовать плохо, почему отключка может произойти? Если вот, например, голову напекло, что там? Там же не закипает жидкость, правильно? Там что-то другое, какие-то другие процессы происходят. Например, там может быть кровь Я думаю, что происходит снижение кровяного давления артериального, и человек просто так вот ощущает сильную слабость, потом уже и потерю сознания. Потому что любой нагрев, он расширяет сосуды, сосудистые русла расширяются, объема циркулирующей крови не хватает. Плюс еще к тому же, что когда тело подвергается нагреванию, то крови становится меньше за счет там, выпотевания, объема циркулирующей крови, сосуды расширились, крови мало, сердце начинает стучать сильнее для того, чтобы омывать
всю площадь тела, но крови не хватает, давление понижается до определенного уровня, и человек уже, скажем так, падает в обморок, и организм переходит на резервный такой режим, пока его не приведут чувства, не взбодрят, не повоздействуют на рефлекторную систему, не взбодрят нервную систему, те же самые там и охлаждение там холодной водой, то есть при охлаждении, опять же, сосудистое русло начинает сужаться, там, и обильное питье, оно увеличивает объем циркулирующей крови, постепенно давление восстанавливается, и человек приходит в себя, приходит в норму. То есть основными правилами безопасности поведения на солнце, чтобы не хватил тепловой удар, это обязательно нужно создавать какой-то буфер температурный между головой и окружающей средой, то, допустим, там в виде шапки, в виде панамки. В иных случаях, если, к примеру, допустим, очень так повезло человеку, у него есть под, рядом какой-то ледогенератор, можно даже под шапочку класть такой лед, завернутый в тряпицу, чтобы он не обжигал кожные покровы, и вот туда положил сверху панамочку, и ходишь, голова у тебя всегда будет прохладная, несмотря на то, какая температура снаружи, и никакого типа удара тебе не случится. Так вот, еще помимо шапочки необходимо обильно пить воду, причем не лимонад, не сок, а именно воду, потому что даже там чай, лимонад, сок, он занимает некоторое время у организма, чтобы трансформировать себя в жидкостную среду. Поэтому для того, чтобы чувствовать себя хорошо, на солнце необходимо пить именно воду. И желательно, причем, чтобы эта вода, как ни странно, была теплая. Вот. Не обязательно горячая, но не холодная, потому что холодная, она ухудшает терморегуляцию организма. Лучше пить теплую воду, тогда чувствовать будете себя лучше. И пить ее обильно. Опять же, как ориентироваться, какое количество воды нам необходимо? Нужно, чтобы цвет мочи был абсолютно бесцветный, не имел цвета. Вот тогда, значит, жидкости в вашем организме достаточно. Если моча имеет цвет, жидкости маловато, нужно ее добавить. Наверное, так, Алексей. Да, я с тобой согласен с тем, что необходимо закрывать голову. Некоторые говорят, ну как же так, вот наоборот, там температура будет повышаться. А вы обратите внимание, как ходят люди, живущие где-нибудь вот в Средней Азии. У них постоянно на голове что-то одето, или тюбетейка, или намотано что-то, а может быть там даже целая такая, как вот по-русски папаха это может быть называется, да, такая баранья шапка. Вот. Плюс ко всему, они, как правило, в халатах находятся и зимой, и летом. Ну, и зима теплая, а летом-то жарко, казалось бы, в халатах зачем находиться, да? И вот и так жарко, что они там замерзают. Это как раз вот защита и от теплового удара, и защита от солнечного удара. Вот здесь надо на это обращать внимание, и этот опыт, который у жителей Средней Азии присутствует, как-то использовать. Да, пускай будет несколько жарковато, но при этом не будет перегрева, который возможен при непосредственном контакте солнечных лучей с кожей или с волосами. Но часто возникает вопрос, а почему, например, чернокожие жители Африки ходят без панамок, ходят там без всего другого, почему вот они живут там нормально и так далее. Но надо понимать, что Африка достаточно просторные, есть те места, которые вот пустынные, где такие же примерно условия, как в Средней Азии, там все равно что-то на люди ходят такое просторное, ну, какие-то свисающие тканные рубища длинные, которые закрывают человека полностью. И, как правило, на голове они тоже что-то закручивают. Вот те же самые арафатки знаменитые, да? Что-то все равно у них закрывается. Голова чем-то закрывается. Вот, так что закрывать голову надо. Ты очень хорошо объяснил, что перегрев происходит. Происходит неправильная после этого циркуляция крови, лимфа. Что-то там может где-то пережать, где-то что-то может, наоборот, не дожать. И происходят эти вот перепады серьезные. Человек просто может отрубиться, потому что мозги не работают. Ударом потому и называется удар, когда в боксе хорошенько в голову в правильное место ударить, человек просто отключается, не замечая, как это произошло. А потом он чувствует, что ага, что-то я так это как-то лежу на земле, и что-то мне не очень хорошо, как пел Высоцкий, да? Вот, так что наблюдайте за тем, как живут люди в горячих местах, и в случае чего не забывайте, что надо применять тот опыт, потому что умный всегда учится на ошибках неумных людей. Вот, а неумный даже и на своих не учится. Вот, я думаю, что наши слушатели все-таки более умные, поэтому они могут взять опыт, уже проверенный нашими ближайшими соседями из более теплых стран. Итак,
про солнечный поговорили. Вот уксус, уксусная кислота, ты сказал, она применяется. Как ты думаешь, для чего она применяется и в каких пропорциях нужно ее разводить? Я думаю, она применяется прежде всего как такая щелочная жидкость, достаточно активная. И плюс она при своем воздействии на кожу, она забирает тепло. То есть у нее происходят такие вот химические реакции с поглощением тепла. И поэтому, когда на кожный покров ее намазываешь, она немножко это тепло забирает, что, в принципе, нам и нужно при ожогах. Бывает так, что при обычных ожогах самая первая самопомощь, ну, при, допустим, где-то в поле и так далее, где нет каких-то там лекарств, это наложить компресс из холодной воды. Как бы это странно ни звучало, и вот это вот охлаждение, оно будет забирать тепло из кожных покровов, и впоследствии, не впоследствии, даже в процессе ожога удастся избежать повреждения более глубоких тканей под кожными покровами. Я думаю, что здесь примерно та же ситуация, что когда наносится раствор уксусной кислоты, то возможно снять, вернее, оттянуть на уксусную кислоту вот это тепло, которое там, излишнее тепло с головы, а разводить ее в пропорции две части воды и одна часть уксусной кислоты, но это не для питья, это для притирок, для того, чтобы протирать. Вот в таких пропорциях, Алексей. И, наверное, это не должна быть эссенция, да? Нет, это не должна быть эссенция, лучше, но в идеале для протирок при солнечных ожогах лучше использовать чайный уксус, так называемый, именно чайный уксус. Но за неимением чайного уксуса лучше использовать яблочный. Но ни в коем случае это не уксусная эссенция и не стандартный, необыкновенный уксус. Ну, в общем, тот, который в пищу применяется, естественно, желательно, да? Натуральный, да, лучше, да, применять. Да, естественно, натуральный. И, кстати, вот это способы понижения температуры, они известны и при простудах, и при лихорадках, и гриппе, и когда температура начинает зашкаливать уже ближе к 40, вот тогда применяют обтирание и кислотой уксусной, и просто накладывают, завертывают в простынки или в полотенца, которые пропитанной влагой. Вот, кстати, Бабай нам написал реплику в эфир. Сырая бандана на голове и не будет теплового удара. Можно из бутылки регулярно поливать. А про охлаждение головы лучше вовсе не виски охлаждать, а непосредственно за ушами. Вот такая реплика, такой совет. Хорошо. Вот, Виталий Микеров, эфир. Знакомая ситуация на море или на озере. Вестник. Дальше. Видишь, мы так с тобой плавненько уже к вопросам по каким-то маленьким темкам переходим. Из эфира от Олега Зашкуса. Здравия рад. Может ли перегрев головы на солнце вызвать инсульт? А также какой процент среди случаев возникновения онкологии у людей возникает, занимает воздействие солнечных лучей? Благодарю. Да, вот есть распространенное мнение, что очень часто онкология вызывается непосредственным взаимодействием с солнечными лучами. Ну, давай по очереди. Значит, перегрев головы и инсульт каким-то образом между собой могут быть связаны, как ты думаешь? Ну, инсульта бывает два вида. Давай рассуждать. Геморрагический, ишемический. Геморрагический – это когда сосуд лопается, кровь вытекает. Он обычно бывает из-за повышенного давления. Вот. Ишемический бывает, когда недостаток крови. Вот. Ну, закупорка, да? Да. И закупорка вот, или перекрытие там, ну да, понятно. Да-да-да, да. Вот. И в этом плане ишемический, ну, возможно, наступление ишемического инсульта, потому что там сосуды расширяются. Ну, тут, правда, парадоксальная ситуация, то есть сосуды расширяются, крови не хватает, и какие-то участки головного мозга могут остаться без кровоснабжения. Вот. Теоретически лишённые кровоснабжения участки мозга, там может что-то с ним происходить. Ну, не знаю, на самом деле, может случиться или нет. Мне, допустим, такие случаи неизвестны. Там, может быть, кому известны, пусть напишут, расскажут, что там может происходить. Но то, что после солнечных или тепловых ударов, ну, скорее, солнечных все-таки ударов, которые на голову воздействуют, были ухудшения потом по здоровью, это факт. У меня есть несколько знакомых людей, и уже которых нет на этой земле, и которые еще живы, которые после таких вот перенесенных
солнечных ударов, у них были ухудшения по здоровью, ухудшение слуха, ухудшение зрения, ухудшение общего самочувствия. И врачи отмечали, что, в общем-то, похоже на постинсультное состояние, когда вот какие-то органы как-то себя потом не очень хорошо чувствуют. Видимо, что-то там где-то перекрылось и до конца в норму не вошло сразу. Я думаю, что это связано, конечно, с воздействием на головной мозг, потому что при любом солнечном ударе все равно происходят какие-то моменты в головном мозге, где-то ухудшается кровоснабжение, где-то что-то происходит с сосудами. Почему происходит? Потому что при нагревании сосуды в голове расширяются, вот, там, в черепе, ну как, начинают расширяться. И при том в тех местах, где не проходит сквозь череп, там череп же не расширяется, а сосуды расширяются. Поэтому возможно травмирование сосудов в этих местах. И в дальнейшем это может вот откладываться. Там в этих местах возможно возникновение каких-то там и там этих тромбиков, и каких-то атеросклеротических бляшек и так далее. То есть очень вообще опасно перегревать голову. Именно в том плане, что череп не расширяется, сосуды расширяются. За счет этого может происходить травмирование сосудов. Надо еще учитывать, что все-таки у нас белковая форма жизни, а белок он начинает уже не очень хорошо себя чувствовать свыше 42 градусов, там 42, 43, 44 до 45 уже начинается его разложение. Ну вот, в зависимости там, насколько оно долго действует и так далее. То есть повреждение белка – это уже температура, превышающая 40 градусов, где-то ближе к 45, насколько я помню. Вот, и как-то в детстве я решил провести эксперимент, сам не знаю почему, находились мы в теплом месте, и солнышко светило как-то так вот хорошо и сильно, недалеко от Азовского моря. И, ну, практически на Азовском море. И там какой-то градусник я старый нашел, который, видимо, отслужил свои, ушки у него были сломаны, но он как градусник еще лежал и показывал все нормально. И я мерил температуру в тени и температуру, так сказать, на солнце. Ну, в тени все совпадало, там температура была нормальная, жить можно было, ниже 40 в те времена, в то время, в то лето. А вот когда я выложил на солнышке, то, в общем-то, с этим градусником потом произошли проблемки, он перестал нормально работать. То есть до такой степени расширилась там составляющая спиртовая красненькая, вот этот красный подкрашенный спирт, что он просто перестал нормально функционировать. То есть температура превысила все допустимые нормы, и градусник был испорчен. А теперь мы себе можем представить, что происходит с головой, которая с какого-то участка начинает перегреваться. Хотя там, понятно, жидкость, понятно, там защита какая-то есть. Но вот если вдруг где-то чего-то в кавычках вскипит, ну, в кавычках условно, если там кипеть не будет, то, может быть, в каком-то месте достигнута температура уже критическая для белковой жизни. И может быть, я, конечно, так... Может быть, что этот участок будет уже какое-то время долгое время поврежден. Это с чем-то может уже быть схоже с воздействиями, с последствиями, которые инсульт оказывает. То есть участок мозга блокируется, и клетки там начинают погибать, и они уже нормально, естественно, не функционируют. И, в общем-то, человек может какие-то потом проблемы испытывать со здоровьем. Скорее всего, так. Вот. Но это надо очень хорошо себя перегреть. Обычно это бывает, я так представляю, когда люди навеселе бывают некоторые, да, и где-нибудь прилегли на солнышке, вот, и головёшку им напекло до такой степени, что спирт там уже начал закипать внутри. Вот такие случаи, кстати, тоже были, когда люди просто умирали. Казалось бы, летом, как он под забором лежал, дыхал, типа в кавычках, после веселья, а к вечеру его нашли уже мертвым. Угу. Врачи говорят, да, и врачи говорят, что-то как-то странно. А что странно-то? Человек выпил, в обед прилег, самое солнце пек. Прилег вроде бы в тенек, солнышко сдвинулось, но и голову в такой степени напекло, что все. Угу. Вот, немного таких случаев, но а вот встречается. Что касается второй части, какой процент среди случаев да, онкологии, то здесь связано с ультрафиолетом и с космической радиацией. То есть чем больше интенсивность света солнечного, тем сильнее, соответственно, влияние ультрафиолетовых лучей и космической радиации. А известно, что космическая радиация, ультрафиолет, они усиливают активность этих вот тонкоклеток, вообще вирусов, бактерий, они начинают, то есть, более сильно размножаться, прогрессировать. Поэтому здесь я согласен, что если человек имеет онкологию, то лучше ему избегать прямых солнечных лучей для того, чтобы не стимулировать рост и развитие этого образования. Угу. Вот. Есть такая сейчас реплика маленькая. Если 45 в тени, то
там типа все, каюк. Да не совсем так. Все-таки организм человека, он выживает при таких температурах. И если бы 45 это был уже каюк, то в этом случае в баньку бы не ходили и в саунах не парились. Все-таки термообмен происходит, и при когда воздействие термическое, ну, тепловое на человека производится, то очень много выделяется жидкости. И жидкость, как раз испаряясь, она выводит и дополнительное тепло, потому что, отрываясь от тела, оно с собой забирает часть тепла. И вот это надо учитывать. Поэтому и рекомендуется, если вокруг вас температура уже близка к 40 или превышает, то постоянно пить, чтобы, да, с потом у вас происходило охлаждение естественное, особенно если там на вас одета натуральная, несинтетическая одежда, которая может впитывать и испарять, то в этом случае термообмен будет более хороший. То есть солнышко будет эту воду от вас отгонять, и вместе с водой вы будете часть тепла отдавать. Вот. Но все равно долгое нахождение, же не 10 минут вы там попарились в сауне, посидели, долгое нахождение, 3-4 часа, они могут даже и, когда вы воду будете много употреблять, не спасти. Вот это вот надо учитывать. Поэтому старайтесь все-таки на солнце недолго находиться. Ты по онкологии еще хотел что-то добавить, да? Нет, по онкологии сегодня не хотел ничего добавить. Единственное, хотел сказать, что про солнце, наверное, можно заканчивать. У нас тут гроза пошла, сильная туча, черная прямо над домом. Поэтому вот... Видишь, ты припомнил сразу. Да, и сразу сказать, пришло от вас, вот там поговорил нет, с вами. Нет, не надо грязи в наши отношения. Ты сказал, что тучки можешь разгонять руками. Вот тебе сразу на получай за то, что провокации в эфире не устраивал. Так уже ж ночь, солнце ушло, его сейчас хоть зови, хоть не зови, оно почипает. Ты сказал про тучки. Ты сказал тучки руками. Есть практики разгонения туч. Вот на тебе, получай за это. Пой песенку Винни-Пуха, я тучка, 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 я вовсе не медведь. Благодарю. Да, ну что, давай дальше. Здесь, правда, идут уже рецепты. Вот давай еще раз тогда про солнцем закончим уже, чтобы к следующему. Давай. Тимофей, реплика в эфир, лист лопуха. Под Панаму и солнечного удара можно не бояться. Для деревни приемлемо, особенно для работы в поле. Думаю, классно, действительно здорово. Вот лист лопуха под Панаму. Я думаю, может, даже и Панама не нужна. Можно два листа лопуха или один большой, даже Панама не нужна будет. Не так все нормально. А можно, есть такие лист кувшинки, есть такие кувшинки большие, ну, то есть вырастают у них такие листы большие. Бывают. Можно вот один лист на голову положить и тоже... Вот. Можно вообще сплести себе из травы себе панамку, можно сплести такой, как вот венок, вот так постепенно травой так заплести, будет шапка такая нормальная. Вот, поэтому действительно, очень хороший рецепт, потому что лист, он тоже как живая субстанция, терморегуляцию устраивает, она себя забирает большую часть, конечно, и голова остается нормальная. Я думаю, как бы к тебе кувшинки не пришли на ночь глядя, потому что все-таки кувшинок меньше, чем лопухов. Ты сейчас, наверное, кувшинки накинулся. Смотри, как тебе с грозой кувшинки прилетят. Так, дальше. Миколаевич из Тераховки. Вопрос в эфир. Арират, кроме пчел, на поясницу и не есть на ночь глядя. Что-то так не понял. Какие способы восстановления от боли в пояснице? Летом хочется ходить без шапки, а волос под ней мало. Как вернуть на макушку волосы? Благодарю за пчел. Ставления помогли. Как ты, Арират, относишься к такой профилактике зимних болезней, как муравьиный яд, лечь ранней осенью на муравейник и подождать, сколько выдержишь? У меня знакомые говорили, как заболеешь, муравьев тебе в штаны. Ага. Так, ну вот, благодарность я за пчел. Летом хочется, значит, здесь как-то не относится к нашей сегодняшней теме передачи по пчелоставлению на ночь глядя, про муравьиную кислоту и про волосы, как вырастить волосы на макушке. Идем дальше или что-то ты пару слов скажешь? Все-таки тема не это у нас сегодня. Ну, вот можно кое-что сказать, потому что дальше я хотел сказать о том, как... Вернее, рассказать такое универсальное обезболивающее средство, потому что в летнем отдыхе, тоже путешествуя где-то по пересеченной местности, можно нажить себе боль на спину какую-нибудь, там где-то не так поднять, тяжелый рюкзак, там что-то еще. И бывает частенько у людей заболит спина. Так вот, я хотел рассказать специальную мазь. В принципе, вопрос в тему эфира. Конечно, не по поводу солнца, но в целом в тему.
очень хорошее обезболивающее средство. Причем легко наносимое, легко применимое. Его нужно будет пару раз в день просто намазывать в болезненное место. Делается оно так. Берем ментол, анестезин, новокаин и спирт. Вот. Ну, название понятно не совсем народное, но тем не менее помогает. И достаточно быстро, и поэтому народом применяться может. Значит, берем ментола 2,5 грамма, анестезина, миллиграмма, вернее, анестезина 1,5 миллилитра. Вот, ментола 2,5 миллилитра, анестезина 1,5 миллилитра, новокаина 1,5 миллилитра. И все это добавляем в 100 миллилитров спирта. Получаем вот такую вот растирку, и этой растиркой натираем больные места. Практически тут же, минут 10-15, боль должна уйти. И вот, что касается, Миколаевич, твоего вопроса, что делать с больной спиной, там, помимо пчел. Вот можно раза два в день, пока не наладишь себе живот, пока не восстановишь кровоснабжение позвоночника в этом разделе, вот раза два в день мазать такую вот мазью, и боль будет уходить. Еще раз повторюсь, этот состав можно применять, когда вы где-то в походе перегрузили спину, где-то не так поднялись, где-то там не так наклонились, и вот можно иметь с собой где-то в аптечке, в кармашке такую небольшую бутылочку и растирать. Причем ей можно растирать не только спину, но любые болезненные места, там суставы, если будут болеть, там мышцы где-то будут болеть. То есть это такой своеобразный универсальное обезболивающее средство наружного применения от каких-либо физиологических болей. Но, естественно, это при болях внутренних органов оно не применяется, а вот мышцы, суставы, кости, когда что-то болит, пожалуйста, можно мазать и будет становиться легче. Два раза в день применяют, а в течение 3 дней обычно все уходит. Ну вот, вот так. Хорошо. Так, давай-ка про муравейник. Осенью мы поговорили. Наверное, я не знаю, стоит, не стоит. Муравейники вообще бывают разные. Если лесные муравьи большие такие, то они могут и загрызть, потому что они не только прыскают кислотой, но еще жевалы достаточно мощные. Как бы там потом... Как бы потом там не пришлось кожу наращивать. Ну, я вообще против, чтобы на муравейнике что-то делать, потому что все-таки муравьи его строили, а вы, если на него плюхнетесь или сядете, вы его повредите. И, ну, не знаю... Я сторонник того, если вот может рядом постоять как-то там, может, сами заползут. Если рядом с муравейником встанете, они обязательно на вас начнут заползать и покусают везде, где надо. Потому что насекомые, на самом деле, они умнее нас, они видят, где нужно кусать. Это вот мы думаем, что нас нужно укусить здесь, а муравей в этом плане лучше нас понимает, где нужно укусить, он укусит там, где надо. Муравьи хитрые. Знаешь, что можно сделать в таких случаях? Если вы хотите добыть муравьиный яд в небольшом количестве, убивать особо никого не надо. Надо понимать, что муравьи, если жевалом не могут достать, большие муравьи, они прыскают кислотой. Вот. Ну и даже если там жевалом достанут, сейчас сразу берете ватку или поролон, наматываете на длинную палочку, чтобы самому муравейник не лезть, и начинаете муравьев так вот тихонечко дотрагиваться до муравейника. Они начинают атаковать эту ватку, брызгают туда кислотой, и вот через какое-то время она у вас будет не пропитана, конечно, вся, но будет содержать некий объем вот этого муравьиного спирта, кислоты вот этой. И в этом случае тогда вы можете уже развести ее, например, жидкостью или с какой-нибудь там фармацевтической продукцией и сделать себе, например, компресс. Взять мазь из этого сделать. Вот, и помазаться, будет чувствоваться, что там есть муравьиная кислота, а фармацевтическая продукция, какая-нибудь там мазь, она немножечко сгладит этот вопрос. Только нужно посмотреть, насколько сильно пропиталась. Здесь уже точного рецепта по сколько там вешать в граммах я вам не скажу. Здесь уже, как в анекдоте, делается все на глазок. Так, ну ладно, давай с тобой уже отойдем от темы солнца, да, и еще поговорим, что же там у нас летом происходит и как нам уберешься от каких-то проблем. Значит, про то, как себя восстанавливать после того, как спинка надорвалась или что-то еще. Ты сказал, еще какие-то есть рецепты для походников? Ну, в принципе, я думаю, этого будет достаточно. Потому что все остальные рецепты, они уже какие-то специальные, там как-то там разблокировать спину, там что-то еще. Можно каким-то разогревающей мази с собой взять, что-то там намазывать себя. Вот. Ну, вот я думаю, что этого средства достаточно вполне будет. Там и суставы, и спину, еще что-то. Это если какие-то болевые ощущения возникли.
Если уже там была травма, то там совершенно другие рецепты для того, чтобы как-то себя заживить. И можно вот плавно перейти к различным там травмам, которые могут происходить с нами на природе. Давай перейдем. Ну, под травмами я хотел поговорить больше так о нарывах, допустим, ну, каких-то нарывах, появления каких-то болячек, да, вот там, если мы на что-то наступили, где-то какую-то инфекцию в организм занесли, и у нас после этого может возникать какой-то такой нарыв, там, прыщик, чирь там какой-то и так далее. И вот как в этом случае быть, тем более если поход, допустим, у нас не однодневный, и быстренько вернуться в цивилизацию у нас не получается, и нужно что-то при этом делать. И вот что можно при этом делать? Значит, ну, такой достаточно интересный рецепт, один из первых я хотел озвучить, это мы берем хозяйственное мыло. Ну, в принципе, может быть, у кого-то в походе с собой будет и хозяйственное мыло, там, любители держать себя в чистоте, постирать, потому что, в принципе, если с палатками куда-то идете, то часто многие берут хозяйственное мыло. Я, например, беру хозяйственное мыло с собой. Вот. И нужно смешать хозяйственное мыло, вернее, его взять мелко, настругать в кружку, так, мелко-мелко, как можно более мелко, и залить молоком объемов в два раза больше. Ну, молоко можно достать где-нибудь, допустим, в ближайшем населенном пункте, если повезет, конечно. И поставить эту кружку на огонь, дождаться, немножко помешивая, там придется варить где-то час-полтора, добиться консистенции сметаны, то есть чтобы вот так вот перемешалось молоко с мылом консистенции сметаны, и прямо на этот нарыв наносить. И будет достаточно хорошо заживляться, выздоравливать. В принципе, в любом случае, пользуясь вот этим вот, вот этой вот смесью, можно спокойно, без каких-либо там осложнений, дойти до ближайшего там какого-то населенного пункта, где можно получить помощь. Вот. Кстати, использовать при помощи повязки, то есть мы кладем на какой-то марлевый компресс, наносим вот эту вот субстанцию, прикладываем к пораненному месту, к больному месту и перевязываем, то есть делаем повязку. Повязку меняем раз в сутки. То есть одного раза хватает где-то примерно на сутки. Вот. Это такой вот рецепт. Есть еще простецкий такой рецепт от нарывов в походе. Это тертый картофель. Тертый картофель вообще обладает прекрасными заживляющими качествами. Его можно носить, в принципе, достаточно в широкий спектр. Его можно и на ушибы, и на нарывы, и на какие-то ранки, на повреждения. Можно с собой куда-то в поход брать несколько картофелин. И при необходимости натирать их, измельчать и прикладывать. Так вот, в данном случае, если это нарыв, то можно тертый картофель прикладываем на нарывы где-то 3-4 раза в день. Вот. Ну, точно так же на повязочку, кладем его как бы на марлю, да, прикладываем и, допустим, эластичным бинтом или таким стягивающим каким-то элементом мы его туда притягиваем. Потом есть такое еще очень хорошее эффективное средство, опять же, для борьбы с какими-то нарывами, нагноениями, гречка. Ну, здесь вообще все просто. Мы просто берем ее, пережевываем тщательно, но не глотаем. Так вот в рот сухой гречки набираем и жуем, превращаем ее в кашу, сдавливаем ее активно своей слюной, вот, и прилаживаем ее к нарыву. Меняем каждые 4 часа. Тоже, по крайней мере, вот на следующий день уже гораздо меньше будет воспалительный процесс, там отек уйдет. То есть очень хорошее средство. Можно даже вот при помощи этой гречки лечить любые, в принципе, нарывы, там, чири, и, в принципе, не обращаясь к каким-то специальным медикаментозным средствам, лечит прекрасно, убирает всю инфекцию, вытягивает замечательно. Вот. Ну, то есть наживали гречку, превратили в кашу, там ее поместили на какую-то, опять же, марлечку, приложили, забинтовали и меняем каждые 4 часа. Вот. Ну, соответственно, когда спать легли, там можем забыть об этом, но ничего страшного. Вот. Если кто-то является таким поклонником трав, и ему хочется обязательно узнать, какие травы помогают при нарывах, каких-то воспалениях, то это столетник, агава, одуванчик, как стебель, так и корень, крапива и яснотка. Это вот такие вот наиболее травки, на мой взгляд, которые могут нам очень хорошо помочь в этом смысле. Если кому-то интересно, как бороться, допустим, если кто-то путешествует в каких-то комфортных условиях и вот там попутешествовал так, что тоже где-то добыл себе нарыв, то можно использовать масла. Вот. Здесь можно смешать масло льняное, масло миндальное, персиковое, оливковое,
делать все, чтобы это было в разных, вернее, в равных пропорциях. И такое же количество масел, как мы смешали, один к одному развести с соком алоэ. Вот. То есть делаем, образно говоря, смешиваем 100 мл вот этих вот разных масел, чтобы в конечном итоге у нас было 100 мл этих масел и 100 мл сока алоэ. Между собой перемешали, и вот на нарывы, на какие-то ранки мы вот эти вот масла наносим. Таким образом тоже дезинфицируем, убираем, ну, прекрасно лечим всякие ранки, нарывы и тому подобное. Вот. Что касается переломов, которые могут случиться, каких-то таких, ну, сейчас, подожди, про перелом. Да. Давай немножко обсудим. Подожди. Интересный такой момент. Вот про картофель ты сказал. Как ты думаешь, если так поразмыслить, опять же, каким образом происходит эта вот уборка нарыва? Это что, воздействие? Он вытягивает что-то или, наоборот, он позволяет крови прийти? И что там? Бактерицидное действие какое-то? Вот почему именно картофель? Ты знаешь, я прям вот так вот в химический анализ разложить картофель не готов, но я уверен, что там присутствуют вещества, в сыром картофеле присутствуют вещества, которые способствуют заживлению. Вот. Ну, наверняка обладает асептическими противовоспалительными свойствами. Вот. Наверняка сок, не сок, но вот этот вот тертый картофель, он выделяет сок, который наверняка там ускоряет обменные процессы, вот, и ускоряет регенерацию тканей, поэтому вот так происходит. А сам вот это вот там тригидр, там что-то, какие-то вот эти вот формулы картошки, я не знаю. Ну, и, честно говоря, такие вещи я держу в справочной информации. В принципе, если там радиослушатель, не знаю, несколько минут подождут, я, конечно, нарою у себя в книгах, там, из чего состоит картошка, какие там химические вещества в ней содержатся, за счет чего это все происходит, но я думаю, что слушатели... Мы на это не будем тратить время, просто я как-то вот анализирую картофель. С одной стороны, вареный, он не очень хорош для нашего организма, если постоянно им питаться, вареный или жареный. Ну, печеный, может быть, чем-то получше, как вот некоторые так отмечают, да, печеный картофель лучше, жареный менее, а вареный вообще врагу отдай, как говорят. Вот, а тут мы про сырой говорим. И я уже не первый раз слышу, что именно сырым картофелем удается исправить некоторые проблемы, в том числе и в желудке. Если сок употреблять. Да, Алексей, здесь можно по аналогии поразмыслить. Вот ты сказал про желудок, я тоже хотел привести, что соком картошки, не тертым, а именно соком сырого картофеля убираются воспалительные процессы желудка, там разные язвы и так далее, заживляет. Ну, значит, есть заживляющие, то есть заживляющие свойства у сырого картофеля, который именно заживляет. Но видишь ли, когда картофель подвергается температурному воздействию, то все эти живые биологически активные вещества, они погибают. Для того, чтобы все это сохранить, необходимо каким-то образом картошку не нагревать ее свыше там, 35-36 градусов. Тогда все это сохранится. То есть если варить ее там в температуре воды 36 градусов, не знаю, сварится она там или нет, сколько дней ее нужно держать в такой воде, чтобы она стала мягкой, и получится ли это вообще, но тогда полезные вещества могут в ней сохраняться. А когда она подвержена температурной обработке, то там кроме полимера, который содержится в картофеле, вот этот крахмал, это же природный полимер, там кроме этого полимера нет ничего. И получается, когда мы кушаем вареную или термообработанную картошку, мы просто вот употребляем такую природную пластмассу. Вот так вот. В общем, применяем сыроедческий подход, когда принцип сала – ешь сырым. Ну да, принцип сала, да. Да, принцип сала – ешь сырым. Хорошо, получается, что картофель, в общем-то, в аптечке надо в небольшом количестве где-то выращивать у себя, чтобы он был под рукой в случае, если какие-то вопросы есть к желудку, например, да, и какие-то вот поверхностные неприятности, те же самые прыщи или что-то еще вдруг повылазило. Ну, такая штука-то интересная получается. Ну, хотя да. Я думаю, что и отечественные корнеплоды какие-то есть, о которых просто мы не особо знаем, которые также могут вместо картофеля применяться здесь. А вот, например, гречку наживать. Это, конечно, не корнеплод, но тоже хорошо. Опять же, какую гречку? Есть гречка сырая, зеленая. Ну, и к сыру, конечно. А есть обжаренная коричневатая. Вот сырая зеленая, на мой взгляд, она еще была более полезна, но сейчас сырой, кроме как специальных магазинов, которые товары продаются, где продаются товары, днем с огнем не сыщешь. Сколько вот магазинов не обращаешься за сырой гречкой, они руками разводят, говорят, а что такая бывает? Я говорю, ну да, зелененькая такая, зеленоватая, не слышали, не знаем.
Вот, в обычных магазинах зеленую гречу не купить. И, казалось бы, странно, почему эта зеленая греча стоит намного дороже, нежели чем та, которая прожаренная или прокаленная. Вот, мне вот это не совсем понятно. Но кто-то говорит, что если она прокаленная, то в этом случае в ней меньше заводится всякой дряни. Вот каких-то там червячков, вот этой вот мошек или как там еще называют, молей. Вот я как-то об этом думал, но не сходится. Почему? Потому что... А почему ж не сходится? Ведь правильно, и человек тоже, как и всякая дрянь, он любит что-то живое. Вот. И дрянь. Нет, я имею в виду к тому, что в обжаренной гречке также вот эти моли заводятся прекрасно. И жучки, и моли, они прекрасно заводятся, если полежит она... Но вот дешевые магазины, которые любят продавать в большом количестве дешевую какую-то продукцию, которую непонятно, там, где это взяли, или просрочено, или там пересыпают, очень часто можно обратить внимание, что потом вот вроде бы купил, и не так давно он тебе еще даже не полежал, открываешь, а оттуда вылетают уже приветные бабочки такие веселенькие, или жучки там ползают. Вот, то есть просроченная продукция, которая уже отравлена, заражена вот этими жучками, клопиками всякими, бабочками, молями, вот этими фруктовыми молями, она уже перепродается в дешевых магазинах, как более дешевая. Вот это я замечал. Так что каленая гречка тоже не так долго хранится. Может быть, просто надо более правильно хранить зеленую гречку живую, а над этим особо не хотят заморачиваться люди. И она же более полезная. И эту берешь в рот, ну, коричневую, которую, да, жуешь, да, вкус такой более привычный большинству людей, но понимаешь, что она уже не такая полезная. Вот. А когда зеленая, там другой вкус, она по-другому реагирует. Вот то, что прорастает, и где энзимы сохранены, то есть жива, где сохранена, там и другой потом эффект получается, другое качество питания организма. Естественно, жучки само собой это чувствуют, но если правильно хранить, я думаю, не должно там жучков. Мне кажется, это связано больше с провокацией какой-то и непониманием изначально тех, кто занимается упаковкой и хранением, что полезно, что не полезно. Это такой чисто бизнес-подход. Вот. Главное, чтобы хранилось подольше и побыстрее, подороже можно было продать. Но в конечном итоге получилось так, что необработанная гречка стоит дороже в разы, чем обычно. Ну ладно, что-то мы с тобой это тормознулись. Хорошо, ты про переломы стал рассказывать. Может быть, про отравление сначала поговорить? Или у тебя замечено про переломы? Потому что вот мы с тобой стали говорить про продукты. Да нет, нет, про отравление, что там говорить? Просто не ешьте всякую гадость, да и все. Но случилось так, что оказались на природе. И бабах там, и кто-то чувствует, что ай-яй-яйки начинаются. Там в животе забурчало, или приступы какие-то пошли, или куда-то часто к зеленому другу кусту хочется в гости сходить. Вот. Здесь есть какие-то рецепты, которые бы помогли человеку, ну, вот то, что вот можно найти в саду-огороде, на поляне, в рюкзаке, чтобы, например, остановить приступы диареи. Или рвоту как-то, например, убрать, или наоборот вызвать так, чтобы там все прочистилось. Угу. Какие самые распространенные способы вот в таких случаях отравления? Здесь очень важно прислушиваться к нашему организму. Он очень умный, он нам подсказывает. Если мы чем-то, допустим, что-то не то съели, отравились, так сказать, и нам тошнит, есть какие-то рвотные позывы, то рвотные позывы сдерживать ни в коем разе не нужно. Если у нас возникают рвотные позывы, это говорит о том, что каким-то образом наш организм с этим отравлением все-таки борется, и, вероятно, вероятнее всего, лимфатическая система через открытые каналы выводит в желудок какие-то отработанные токсины. И вот их в желудке скопилось уже большое количество, и организм нам говорит, что нужно их из желудка эвакуировать. То есть когда мы чем-то отравились, у нас есть рвотные позывы, то их нужно стимулировать, их нужно усиливать. Каким образом усиливать? Мы напиваемся много, там 1,5-2 литра подсоленной воды, подсаливать лучше морской солью, там чайная ложка на литр. Вот напиваемся такой воды и вызываем рвоту. Тем самым мы очищаем, освобождаем желудок. Можно марганцовкой, там несколько, там 2-3 кристаллика на 3 литра кинуть, и вот такой вот марганцовкой там промыть, вызвать рвоту. Это у кого что есть под рукой. Там есть марганцовка, хорошо, нет, там можно просто солью. Соль в походе обычно есть у всех. Вот сделал там соленой воды, напился, вырвал. Почему нужно соленой воды делать? Потому что если мы напьемся обычной воды и будем вызывать рвоту, то в походе часто бывает недостаток влаги в организме, и она по-быстренькому начнет всасываться, усваиваться, и вырвать нам будет нечем для того, чтобы нам все-таки было чем промыть желудок, чем вырвать. Поэтому лучше
соленой водичкой. Соленая водичка имеет такую же, вот, грубо говоря, среду, как и жидкость в организме, и поэтому она не будет усваиваться. Она там будет болтаться в желудке, вы вырвете ее, спокойно очистите весь желудок, там, все, что у вас было, разбавите и выбросите из себя. Если же при отравлении у нас начинается понос, то здесь организм тоже достаточно умный, и не всегда понос – это плохо. Даже когда при, допустим, отравлении происходит процесс обезвоживания, то он всего-навсего связан с тем, что в межклеточном пространстве, там, в лимфе, в матриксе находятся какие-то токсины. И организм, сбрасывая вот этот вот загрязненный матрикс, загрязненный лимф, он избавляется от токсинов. И здесь есть, вернее, не есть, а теоретически можно использовать несколько подходов, несколько взглядов, если разобраться в этой проблеме. То есть, когда организм из себя что-то выбрасывает, мешать этому не нужно. Но организму нужно помогать. И в этом случае для того, чтобы организму помочь, необходимо запустить в кишечник, что-то принять в кишечник, такое обеззараживающее, скажем так, то, чтобы убило вот эту вот патогенную флору, которая там могла уже начать размножаться и, в принципе, еще дополнительно другой взгляд уже вызывать вот эти все моменты, связанные с жидким стулом. Вот. Что туда можно сделать? Ну, я активно применяю и очень люблю корки граната. Это вообще такое средство, которое убирает любую кишечную инфекцию, вот абсолютно любую, в том числе даже и холеру. Что бы там ни было, берите с собой в путешествие куда-то вот эти вот корки граната. Либо же куркуму. Это, может, не русская народная специя, в огороде она у нас не растет, но действует она прекрасно. Вот, замечательно. Там чайную ложку этой куркумы съесть за один раз, и, в принципе, очень поможет. Если нет, то ну, можно повторить еще несколько раз. Если кого-то интересует именно наши русские народные исконные способы, то это кора дуба. Идете, рассмотрите дуб, отковыряли у него кору. Либо так заживали достаточно большое количество, либо взяли на кружечке на костре, отварили. То же самое, к примеру, полынь. Идете, там нет дуба, зато полынь где-то растет. Полынь этой нарвали, но она токсичная, но тем не менее она тоже противовирусной такой активностью противобактериальной обладает. Отварили, выпили. Вот. Здесь уже, когда стоит задача уничтожить кишечную инфекцию, нужно использовать, что максимально для этого подходит. Вот. Ну, я бы, конечно, рекомендовал вот иметь либо кору осин, кору граната, кору дуба, либо же куркуму, но вот не получится, тогда уже смотрите, какие там в поле, в лесу растут такие полезные токсичные травки, которые можно было бы убить вот эту кишечную инфекцию. Вот. И если мы начинаем вот в таком при зловещем поносе принимать те же самые корки граната или другие дубильные вещества вот в виде коры дуба там, или же куркумы, то понос обычно останавливается, но не вследствие того, что мы там что-то пломбируем, а из-за того, что мы убираем какие-то зловредные, патогенные вот эти вот микроорганизмы из кишечника, они погибают, соответственно, вот эти все болезнетворные процессы, они тоже останавливаются. При этом, если мы испытываем потерю влаги через, допустим, вот такой вот жидкий стул, то необходимо, конечно, ее восполнять. При активной потере влаги здесь нужно употреблять не менее чем стакан в каждые полчаса выпивать. Вот. И за день, возможно, где-то порядка 4 литров. Обычно за сутки человек очень редко может потерять все порядка там, 10-12 литров лимфы, которая у него имеется. Это обычно происходит там, в 2, в 3, в 4 дня. И если вы в сутки будете выпивать порядка 4-5 литров воды в противовес вот этой потере, то этого должно быть достаточно для того, чтобы продержаться там, в сутки двое, чтобы прийти куда-то в населенный пункт и там где-то как-то поправиться, если у вас с собой там, нет вот этих всех каких-то... Ну, там, не можете вы найти ни кору граната, ни дуб нигде не растет, там, ничего прочего. Вот. Алексей, что-нибудь еще? Дай мне какой-нибудь вопрос. Был у меня такой случай. Ну, во-первых, армейский случай советских времен. У нас в Южном, когда мы находились в регионе, стоял в части большой-большой бак на огне. Ну, такая не кухня полевая, вот, как бочка кваса, но только где вот внизу такой подогрев был, большая такая бочка. Внизу был подогрев, печка была приварена, как там соорудили, вот, на колесиках передвижная. И старшина все время заваривал туда кору дуба,
в большом количестве, прям такие ломти туда дувает, коры бросал, наполняли ее водой водопроводной, весь вечер ее кипятил, тот, кто солдат был в наряде. Вот, как она закипала, вот там крышечка была сверху закрыта, и он ее оставлял на ночь. С утра вставала часть, и с флягами подводили всех к этой бочке, и каждый наливал себе вот этот вот навар. Сначала, конечно, адское пойло, казалось, что невозможно было, но потом как-то все быстро привыкли, как чай это воспринимали, но ни одной инфекции не было. В другом месте, там в случае, если какие-то инфекции вокруг находились, еще более южнее, то в этом случае старшина также выходил, брал большую флягу, огромную просто, там несколько литров, с разведенной марганцовкой, и каждому стакан давал, чтобы каждый выпивал, и это все дело употреблял. То есть такие способы были интересные у старшин, у прапорщиков в те времена. Ну, да. Вот. Но самое интересное, что да, кто-то кого-то там, может быть, выворачивало, в этом случае разрешалось уйти из строя какому-нибудь солдатику. Вот. Но при этом болезней таких повальных не было. Вот. В моей практике был случай, когда уже там в деревне как-то что-то как прихватило, и вот несет и несет, день несет, два, три, несет и несет, но не могу ничего сделать, вот постоянно. Я пошел в поле и как-то вот по наитию, даже не понимая, зачем и как, набрал конского щавеля, уже который коричневый был такой, семена конского щавеля. Прям так вот подходил и срывал это все дело, в пакете клал. И потом густо заварил это все дело. И раза два или три выпил. И, в общем-то, вот эти все неприятности уже к утру у меня прошли. То есть ничего не было. А так мучился почти неделю. Не проходило. То ли там какая-то инфекция была, то ли еще что-то. Так что вот конский щавель, он сам по себе достаточно горький. А семена, они содержат в себе, видимо, какие-то дополнительные еще элементы. И вот я сделал из них чай, вообще не разбираясь ничего в травках, не понимая. Просто так рука потянулась, сорвал и принес и заварил. Но был смешной случай один раз знакомого. Значит, ему надо было собираться на работу, а у него как-то животом расстройство. Ну и он к тёще обращается, типа, может, есть какое-то средство там в аптечке, чтобы быстренько вот это вот убрать и мне на работу пойти, а то нужно. Она, да-да-да, есть, берет и что-то там накапал, напей. Тот выпил, говорит, а что это было? Она такая, да вот, крушина. Он читает, да, там крушина, слабительная. Обратный эффект получил, в общем, на работу он не пришел в этот день. Да. Ну ладно, про это поговорили. В общем, мне кажется, да, надо, во-первых, разобраться. Это была просто интоксикация и рвотный рефлекс или понос, или это все-таки какой-то там типа брюшного какого-нибудь гриппа или что-то еще. Вот как понять, это инфекция, которая попала внутрь, или уже какое-то следствие съел типа что-то не то? Да, в любом случае инфекция. В любом случае инфекция, даже если что-то не то съел, потому что но если пища пропавшая, там разводятся бактерии. И из-за этого, когда мы что-то не то съедаем, вот эти бактерии вредоносные попадают в наш организм, происходит у нас отравление. Вот. Если же, конечно, мы съедим какую-то траву, вот идем, смотрим, трава красивая, дай-ка ее съем. Ну и какие ягодки, да? Хоп. Да, да, там какие-то отравляющие вещества, то вот можно, это уже, конечно, такое, можно сказать, ну, не химическое отравление, но вот такое с химикатами связанное. Почему? Здесь химическое, почему химическое? Природное. Ну да. Ну да, да. Там уже нужно очищать кровь. Здесь можно соду активно попить. Там каждые полчаса по стакану вот так вот пить. Опять же, обильное питье для того, чтобы помогать почкам выводить эти все яды из организма. Обильное питье, сода и касторка для очищения печени, потому что все равно организм все вот эти вот яды он будет выводить через печень. Ну, вот таким образом. Я с тобой согласен, да, то, что если что-то там уже продукт, запашок имеет, то там уже бактерии поработали. Но я встречал людей, которые рассказывали, как они пошли в поход, и как-то там случилось так, что они заплутали, и у них остались продукты уже подпорченные с запахом. Они их просто варили, обжаривали, ну что-то с ними делали, термически обрабатывали. Есть, конечно, было неприятно,
это вонючее, но там уже самих бактерий не было, уже термообработка была проведена. Но самое интересное, что даже после термообработки все равно у человека какая-то реакция у одного из группы была. Почему? Потому что, видимо, вот сами токсины, которые уже остались, они как-то воздействовали на организм. Не знаю, может, это у него рефлекторное было какое-то, может, самовнушение, не знаю. Но что-то было. А про ягодки, да, тоже были случаи, когда народ наедался, и потом местные его отпаивали и крепким чаем, и что там только туда не добавляли, и рвоту вызывали, и клизму там вставляли, чтобы только человека спасти, потому что он наглотался ягод, до деревни обратно дошел, и у него там начинались очень неприятные глюки с организмом, и хорошо там местные знали, что там как растет, они просто быстро ему заливали через «не могу», через «не хочу» несколько литров через горло, потом через, это, через колено, то, что называют, чтобы его вырвало, вытошнило. Вот. И потом еще через задний проход тоже вычисляли. В общем, спасали людей, когда вот так вот что-то наедались, не понимая, чего и зачем. Там ягодки, грибы, всякие вот такие вот дела. Ну, с грибами вообще отдельная история. Так, ну что, про это поговорили. К переломам переходим. Теперь к жесткачу. К переломам, собственно говоря, что там? Переломы, кровотечение, ну и змеи с животными там осталось. Вот давай, давай, про переломы поговорим, про кровотечение, и потом про змей, про животных поговорим. Как правильно дразнить быка? Ну да. Собственно говоря, перелом-то что? Если перелом случился, то и вы один, то, конечно, тут уже вариантов немного. Нужно как-то постараться зафиксировать свою ногу, наложить шину, там лангет какие-то, найти две там устойчивые поверхности, там деревяшки, скорее всего, и вот между собой их перевязать, чтобы сохранить подвижность этого участка тела, который вы переломали. Ну и уже стараться как-то выбираться. Если же вы не один там в походе, то возможно соорудить носилки или там иным способом вас доставить в ближайший населенный пункт, чтобы можно было оказать вам помощь. То, что я хотел сказать, больше относится к последствиям, то есть как лучше, чтобы заживали переломы. Значит, здесь эффективно использовать такое вот интересное средство. Взять медь и очень-очень мелким, таким мелким, насколько можно мелким, таким от каким-нибудь адгезивным средством настрогать эти вот кусочки меди в молоко. Настрогать так нормальненько и вот это вот молоко выпить. И такое вот пить раз в неделю. И перелом будет зарастать гораздо быстрее. Потом есть такое интересное средство, как чтобы перелом быстрее срастался. Это 10 лимонов и скорлупки 10 яиц. Значит, скорлупки в пыль, вот, и сок 10 лимонов. Это между собой перемешать и тоже пить. Тоже быстрее переломы срастаются. Еще быстрее переломы срастаются, когда мы ставим на места переломов пиявок и пчел. То есть можно даже там один день пиявка, другой день пчела. И вот так вот по переменам, и места переломов срастаются быстрее. Еще, чтобы ускорить сращивание болезненных мест, вот переломов, допустим, там можно вызывать небольшое болевое ощущение. Когда мы вызываем вместе перелома болевое ощущение, мы стимулируем реакцию организма на то, чтобы там все эти процессы заживления ускорялись. То есть как там вызывать болезненные ощущения? Там простукивать эти места там пальцами, да, там берешь, простукиваешь себе там, где там сломал. Такая легкая боль появляется, и вот так периодически эту боль как бы вызывать, и будет лучше. Ну, это что касается переломов. Ну, если, конечно, там шел где-то в степи или по горам и упал, сломал ногу, ну, здесь что? Здесь уже как бы нужно фиксировать и стараться добраться до какого-то населенного пункта, где-то вызвать помощь, чтобы тебе помогли. Основной момент – это постараться зафиксировать. Ломается чаще всего конечности, вот постараться зафиксировать конечность. Если, допустим, упал, сломал ребра, ну, тут стараться уже тогда не дышать полной грудью, а как бы так поверхностное дыхание, чтобы было, чтобы не допустить травмы легких этими сломанными ребрами. Вот. Если получился какой-то более серьезный перелом, то уже тогда вызывать помощь и ждать помощи, когда она придет. Возможными способами брать с собой там телефон, солнечные батарейки, чтобы можно было телефон в любой момент заряжать, там, или какие-то радиостанции, но постоянно оставаться на связи, когда уходите куда-то в удаленное место. Алексей? Угу. Ну, в общем, да, про переломы здесь особо много не расскажешь. Здесь нужно понимать, что первая задача – это каким-то образом не дать кости, если перелом уже такой, есть трещины, да, когда еще кость более-менее на месте, и здесь надо зафиксировать и уменьшить нагрузку для того, чтобы
трещина не превратилась в полноценный перелом. Да? Вот. Перелом бывает дальше просто, когда переломы и все на месте, без смещения. Тут обязательно надо фиксировать в любом случае. И, в общем-то, это пока единственный способ для того, чтобы куда-то там добраться с чьей-то помощью. А вот когда уже переломы со смещением или открытый перелом, вот это уже, наверное, врачебное дело. И здесь по радио нам говорить, наверное, особо нечего. Потому что когда кость торчит или когда она давит на мышцы внутренние какой-нибудь там обругу, еще раздроблением, чем-нибудь такое, то здесь, конечно, самому человеку очень-очень сложно что-либо сделать, вытянуть мышцы, которые напрягаются в случае боли, там происходит спазм, они напрягаются, растянуть что-то, чтобы ставить на место, я вот пока не представляю, как это можно самому человеку сделать. Особенно там на ноге, где мышцы очень крепкие, они же весь организм держат. Представляете, все тело одна мышца может выдерживать. Да, вы руками пытаетесь растянуть, причем учитывая, что там боль, и как это все сделать, невозможно. Здесь можно фиксировать, чтобы вообще убрать любую подвижность и каким-то образом добираться до помощи людей. Другого предложить, наверное, вот я лично пока не предложу. Может, ты что-то предложишь, но мне как-то не видится пока другого варианта. Только фиксация. Что касается вот перелома со смещением, открытого перелома, то здесь я хочу только сказать, что необходимо остановить кровотечение, которое часто сопровождает такие вот явления. Как раз, да, но это, да, это само собой. Просто я говорю, что как быть. Само собой, когда кровь хлещет, надо ее останавливать в любом случае. Да. Вот. И здесь уже можно потихоньку начать говорить о том, как при кровотечении. Значит, когда возникает обильное кровотечение, то здесь необходимо накладывать тугую повязку выше этого места, которое кровотечение, и класть туда, на само место кровотечения, класть тампон. При этом, когда это сделано, наложена повязка и положен тампон, желательно это место приподнять, чтобы по уровню оно бы находилось выше уровня сердца. Тогда кровотечение становится быстрее. Вот, если там нога, это приподнять, как так человека положить, чтобы вот это вот место, где был порез, где кровотечение, оно было выше уровня сердца, тогда легче остановить. Причем нужно понимать, что летом жгут мы можем держать час, не больше, а зимой можем держать только полчаса. Вот, так что, ну, если, например, скорая за час не приехала, нужно жгут снимать. Зимой, если скорая, то есть холодный период, скорая за полчаса не приехала, нужно жгут снимать. Ну и там уже какими-то другими способами останавливать кровотечение. Ну, можно сказать, что можно снять, каким-то образом закрыть рану, просто придавить саму рану. Кровь должна по конечностям растечься, да, а потом можно все равно опять наложить, но только уже чуть сдвинуть, чтобы не на то же самое место, через сторону. И что касается вот зажать, тут обычно как делается, то есть зажимаем, очень плотно зажимаем порез на 5 минут, вот прямо сдавливаем порез этот, сдавливаем так, чтобы оттуда ничего не сочилось, руками там или других кого-то просим, если свой, на руке, допустим, у себя. Сдавливаем на 5 минут, разжимаем. Кровь, если не остановилась, снова сдавливаем и держим уже 15 минут. И вот если был порез, в принципе, любой глубины, какой бы он ни был, глубокий, неглубокий, там, ну или другая какая-то рваная рана, даже если то же самое там животное какое-то тебя укусило, кровь хлещет, крепко зажали, чтобы кровь не сочилась, 15 минут подержали, любая рана, она, в принципе, останавливается, кровотечение, если 15 минут плотно держать. Другой момент, что нужно это еще выдержать, 15 минут такого статического жесткого напряжения не каждый, даже взрослый мужчина, может осилить. Но что касается других аспектов, связанных с кровотечением, то если мы где-то на природе поранились, то обязательно необходимо где-то в течение 5 минут промывать рану под проточной водой. Вот. Промываем под проточной водой, после этого уже используем перекись водорода. То есть обязательно промывать под проточной водой рану, потому что в противном случае можно какую-то инфекцию туда занести. Причем некоторые используют, вернее, рекомендуют даже промывать рану при помощи какого-то септического средства. То есть какое-то есть даже, ну, к примеру, если есть какое-то мыло с собой, то использовать мыло. Вот в течение этих 5 минут промывать рану при помощи там мыла и проточной воды. Потом использовать, допустим, перекись водорода и уже после этого зажимать. Ну, как бы так. Если это, к примеру, да. Случай по поводу, вот кто-то рассказывал, сейчас не припомню кто, был такой случай, где у человека на что-то он наткнулся, такой вот торчащий камень,
вы в горах, что ли, где-то они были, ну, там есть торчащие камни, в случае встречаются не валуны, так вот торчащие, и очень сильно пробил себе, ну, рану такую сильную пробил. Uh-huh. Вот, и был такой опытный человек с ними, он, значит, закрыл рану рукой, как ты тоже, чтобы uh-huh. не стянул жгутом, а именно вот рану саму закрыл, и дал такое указание найти гладкий камешек, uh-huh. постараться найти такой, ну, плоский, не то что гладкий, плоский камешек небольшого размера, ну, так вот, чуть меньше размера ладошки, и принести ему несколько бинтов. Uh-huh. И вот, значит, что он сделал? Он этот камень протер, обработал там чем-то, чем зеленка, что-то такое было там, ну, в ходе что-то. В общем, чем-то обработал, он там не рассказал, просто обработал, и плотно, сильно прижал, и потом прикрутил бинтом. Получилось, что широкая часть бинта, она была на теле, а вот камень он уже так прижимал очень плотно, и потом рукой еще придавил. Uh-huh. Вот, и получилось, что у него, с одной стороны, он не передавил, пульсация продолжалась, не передавил uh-huh. кровоснабжение в ноге, пульсация продолжалась, но вот рана именно была этим камнем заткнута сильно. И потом еще, когда он рукой прижал, было легче. И вот он потом сел и рассказал, что такие случаи, они вот неоднократно применялись в тех случаях, когда невозможно руками было долго удержать рану, а нужно человеку было жизнь спасать. То есть какой-то uh-huh. предмет брали, деревяшку, камень, что-то еще прикладывали прямо на это место, и вот при помощи уже не рук, а вот именно бинтования сначала, а потом уже руками придерживали. Вот такие моменты, да, встречаются. То есть необходимо эту рану как бы закупорить. Вот. Так что я, да, могу подтвердить, что я тоже слышал о таких вот случаях, когда руками уже невозможно что-то, какую-то мышцу пережать, вот в это место нажать, то применяются какие-то подручные средства, вплоть до камней, деревяшек, там еще чего-то. Угу. Так, ну что, идем дальше? Да, давай идем дальше. Ну, уже можно к вопросам переходить, наверное. Нет, да подожди, там у нас еще эти быки, змеи, прочие товарищи, да. Быки? Встретил горного барана, да? Как с ним разойтись? У кого рога для... Как разойтись? Он сдернул с плеча ружье, вот воздух стрельнул, баран убежал. Если нет ружья? Если нет ружья, посвисти, свисток. Свисток, вот. А они если, бараны бывают. Если нет свистка, а он совсем баран. Если нет свистка, он баран. Ну, здесь первое правило воина: нужно спасаться бегством. Вот тогда в таком случае. Наверное, так. Ты знаешь, это мне вспоминается анекдот детский, когда один горец спрашивает другого: слушай, ты вот идешь в лес, да, на встречу тебя медведь, что будешь делать? Я говорю, ружье. Я говорю, нет ружья, медведь есть. Ну что, на дерево залезу. А вот ты пришел в лес, а все деревья попилены. Слушай, ты чей друг, мой или медведя, да? Да. Да. Ну, давай дальше. Ладно, про баранов, конечно, пошутил. Что делать, если животное причинило травму или змея укусила? Вот давай к этим моментам перейдем. Ну, что касается, если животное причинило травму, то это смотреть, вот, вернее, слушать пункт предыдущий. То есть, ну, травма, ушиб. Мы рассматривали, что делать с ушибом. Если это, допустим, кровоточащая рана, то ее каким-то образом обрабатывать, останавливать кровоснабжение. Вот. Но если же это был укус, если это был укус, допустим, какого-то зверя или змеи, то здесь желательно, конечно, если получится отсосать то, что там укусили, вот, ну, то есть слюну животного или там змеиный яд из раны высосать, вот, а продезинфицировать это место и затем приложить, есть такая трава очень хорошая, череда трехраздельная, можно даже ее с собой в поход брать, причем желательно, чтобы она была свежая, такую свежую, и вот прямо на место змеиного укуса или на место укуса животного ее в тертом виде, свежую в тертом виде прикладывать под повязку или под компресс, и будет хорошо. При этом обильно употреблять соду для того, чтобы выводить из организма токсины, для того, чтобы сода обеззараживала эти токсины, ну и также обильное питье. Ну и наблюдать за самочувствием, за состоянием. А так это череда трехраздельная и содовое питье. Вот так. В общем, я думаю так, что мы с тобой, общаясь каждый раз, должны давать какие-то рекомендации следующего плана. Если вы собираетесь в поход, то вам, uh-huh. помимо еды, спальника и каких-то там фотоаппаратов, необходимо uh-huh. с собой иметь следующее. Что мы перечислили? Мы с тобой говорили про соду. Про соду, то есть, да. Соду надо иметь. Дальше. Жгут. Жгут. Дальше вам необходимо иметь... Картошка.
чуть-чуть картошки, да? Вам необходимо что там иметь? Какую-то, может быть, несколько палочек прямых, на тот случай, если какие-то могут быть у вас переломы или подозрения на переломы, да? Вот, что еще? Перекись, само собой, зеленка. Перекись, зеленка, бинт стерильный, вата, бинт. Ну, вот. То есть, такая аптечка должна у вас быть? Вот где? Нет, аптечка безусловно должна быть. Аптечка должна быть безусловно. Вот. Можно взять вот это средство, смесь вот эту ментол, анестезин, новокаин там, на спиртовой основе для того, чтобы боли снимать. Вот. Ну, череда трехраздельная, сода, там, гранат, куркума, допустим, там, немножко картошки. Вот. Ну и медицинские какие-то там, аптечные препараты. Ну, в смысле, аптечка. Наверное, да. Еще на тот случай, если вдруг совсем уж плохо, необходимо вот такое есть средство, которое иногда можно даже в фильмах некоторых увидеть. Оно применяется у каскадеров на войне, употребляется, когда нечем сшить, например, рану, да, вот рана она быстро расползается, если такой порез у вас, не прокол, а именно порез. Степлер, да? Да, вот, ну, степлер – это все здорово, конечно, но не все с собой степлер возьмут. А, как правило, консервные банки присутствуют. То есть необходимо еще иметь нож, ножницы и консервные банки. Вот тонкими полосками нарезается консервная банка, пока там рана сдерживается, чтобы человек кровью не зашел. Вот, там устанавливается жгут, накладывается, все такое. Вот, а другой нарезает, вот, не степлер, а нарезает баночку вот такими полосочками тонкими, потом дальше загибает концы, загибает концы и надрезает, чтобы они остренькие были. И просто вот как степлером вот туда вбивает и чуть-чуть загибает. Это больно, Это же вообще ужас, конечно. Если нет ничего другого, если у тебя нету иглы загнутые, да, даже обычная игла, например, не любая подойдет для зашивания вот раны, нитки, например, там не подходят или что-то еще. Ну какой вариант-то? Ну какой можно, вариант? Скотч можно положить. Слушай, ну есть же такая штука. Вообще, ну, просто у нас же народная медицина, понимаешь, это уже не народная. Есть гемостатическая губка. Вот, берем гемостатическую губку, просто ее раз наложили на кровоточащую рану, и все, кровь перестает идти. Есть специальные медицинские клеи, которые останавливают кровь, БФ. БФ медицинский. Кстати, да, вот я хотел про БФ сказать. Да. И поэтому берем в поход с собой БФ медицинский и несколько гемостатических губок. Кровь пошла, не умеете вы, допустим, руками как-то ее останавливать. Этого клея БФ на гемостатическую губку намазали так хорошенько и на рану придавили, там, перебинтовали и, можно сказать, забыли об этой кровоточащей ране, она свернется там без вопроса. Сначала, наверное, человеку надо все-таки наложить жгут, чтобы остановилась кровь. Нет, ну рану, жгут, конечно. Рану промыть надо, промыть, да, чтобы обработать желательно перекисью. Конечно. Вот. Если нет перекиси, ну придумать, чем еще обработать. Например, там Не просто промыть, а минут 5 под проточной водой. Перетянуть жгутом, там минут 5 под проточной водой промыть, потом промыть перекись уже, вот, там насухо ее протампонировать, чтобы она сухая там стерильным бинтом, именно марли стерильный, не ватой, а стерильный вот, там, марлевым тампоном. А потом уже можно наложить вот такую вот повязку. Ну, то есть сначала надо убрать грязь всю, потом обеззаразить, стерильность ввести, потом уже высушить, после этого уже можно обрабатывать или стягивать, или при помощи бинта и БФа сделать такую вот клеющую повязку на это место, чтобы у вас вот рана, она БФ, он что, он быстро посыхает? Не просто БФом, а БФом и гемостатической губки. Есть такая штука, гемостатическая. Ну, ты знаешь, не у всех есть губки, а вот бинты есть. Она в каждой аптеке продается и стоит копейки. Вот несложно взять, просто зайти в аптеку и попросить. Был такой случай, например, БФа нет, губки нет. А был у человека он резиновый клей для обуви. Ну, взял в поход, мало ли там порвется что-то. Что сделали? Вот это рана. Значит, они так вот по правилам остановили кровь, промыли, прочистили, выдавили на вот эту кровь, что была, да, воды там проточной не было. Ну, взяли, какая вода там у них была, протерли и так далее. Чем там обработали? То ли перекись была, то ли спирт у них был, там, не знаю, то ли водка, ну, что-то было такое, обработали чем-то. Вот, потом высушили. И был стерильный бинт. Что они сделали? Значит, они сложили бинт там 2-3 раза, он прям этим резиновым клеем намазал прям по нему.
Вот, приложили, пока там жгут еще лежал. Вот этот человек, который там орал, потому что больно было, они неправильно, оказывается, наложили резиновый бинт, это жгут, надо бы, кстати, об этом будет рассказать, как накладывать. Вот, и когда он немножко стал подсох, чуть-чуть, значит, что они сделали? Они взяли, сорвали травки, которые там были, под, типа подорожник, что-то еще, положили сверху на этот резиновый клей, и потом сверху уже забинтовали бинтом. То есть там у них такая целая история, технология. То есть они подсушивали один слой, потом высох, потом еще на всякий случай положили тот сверху подорожник там или что-то такое, ну, какая-то там травку нашли, и потом уже крутили. Хотя подорожник, он уже не для лечения был, а только чтобы к самому бинту не прилипло, и повязка в случае чего могла спокойно двигаться, вот с этой с точки зрения, а не чтобы, естественно, подорожник надо класть к телу, и к ране, а не к этой, и причем жевать его надо, не просто класть. Вот, то есть в том случае, если человеку окружает опасность, лучше получить какой-то ожог локальный, нежели чем потерять человека. Да? И если вы, например, картошку зарасходуете в медицинских целях, вы излечая человека от какой-то болезни, это лучше, чем спасти человека, нежели чем поголодать там полдня. То, что вы остались без картошки, надо понимать приоритеты. Давай немножечко еще скажем про наложение жгутов. Некоторые же накладывают жгут не совсем правильно. Во-первых, про место, как найти место, куда накладывать жгут дальше. Какие бывают варианты жгутов? Есть эластичные, ну, скажем так, резиновые, а есть неэластичные. Это когда берется какая-то ткань, скручивается, да, и потом накладывается. Вот. Слушай, ну вот, может, ты сам и тогда расскажешь, у тебя так все лихо это получается, но я думаю, и продолжай. Ну, ты молодец. Ну, давай так, на твой взгляд, как... Давай так, в интервью переходим. На твой взгляд, как правильно найти место, которое бы было выше раны, ближе в сторону сердца выше раны имеется в виду, для того, чтобы перекрыть вот движение крови? Как его понять, на твой взгляд? Ну, пульс находим. Пульс находим там, где проходит артерия какая-нибудь. И вот ее передавливаем, собственно говоря, там, где она ближе к поверхности, для того, чтобы более эффективно ее передавить. Да, желательно, вот, потому что, да, потому что не до вены, что... некоторые до вены, да, желательно добраться, если у вас глубокая рана, глубокая, и кровь бьет именно фонтанчиком, скорее всего, это именно артериальное уже повреждение, и кровь такая более яркая. Ну, вот, это артерия. А если такая она менее яркая, более такая темная и менее подвижная, то есть не фонтанчик, то это, скорее всего, венозно. Это тоже надо пометить для себя. Ну, на самом хорошо, деле, нашли, нащупали. Смотри, тут есть нюансы. Венозное кровотечение, оно тоже может бить фонтанчиком. Но при этом... какая вена, да. Да, в принципе, любая венка, если у человека давление нормальное, и любая венка более-менее, она такая, как бы, не совсем маленькая. Маленькую вообще можно даже не заморачиваться, не перекрывать. А любая, даже венка обычная, там, пиявки иногда бывает, прокусывает, потом оползает, там может быть фонтанчик небольшой. В принципе, любая вена, она сама по себе закупоривается при отсутствии проблем с кровью человека через 5 минут. То есть на венозное кровотечение жгут, накладывать смысла никакого нет. Там достаточно какую-нибудь повязку наложить, там что-нибудь перекрыть, передавить и все. А жгут накладывать нужно именно на артериальное кровотечение. Артериальное кровотечение, оно отличается тем, что кровь алая, яркая. Венозная кровь, она всегда темная. Темная такая, вот. Но если видите, что кровотечение яркое, алое, вот это вот артериальная кровь, и нужно ее перекрывать. Там желательно при этом знать примерное прохождение артерии. И вот, ну, если не знаете, тогда щупайте по-быстренькому пульс или смотрите на коже, где происходит биение пульсовое, там, на поверхности кожи, там иногда бывает видно. Вот там и перетягиваете. Причем, да, перетягивать можно жгутом, можно перетягивать там эластичным бинтом, можно перетягивать одеждой, там какую-нибудь одежду, майкой, там еще чем-то, подручный материал. Для этого их там завернули в веревку, то есть там закрутили их, там повернули, приложили. Сделали жгут из них. Да, сделали жгут, взяли какую-нибудь палочку, такую какую-нибудь палочку, и вот на эту палочку намотали края вот этого вот материала, и вращая палочку, мы перетягиваем уже, сдавливаем хорошо, потому что без этой палочки просто так одеждой вы себе ничего не перетянете. Ну, очень сложно перетянуть. А вот если будете на палочку наматывать одежду, то тогда очень хорошо за счет этого вращения перетянете. Но единственное, там потом нужно будет его держать, фиксировать. Вот. И, а если жгутом перетянешь, там можно отпустить, да и все, жгут будет держать. Угу. Вот хочу тоже добавить. Многие не понимают, что артерии, они все-таки внутрь человека, в ткани больше спрятаны, чем вены. Вены, они вот поверхностно видны, артерии, они туда убраны. Поэтому вот именно где вы нащупываете сильные
такое биение пульсовое, то в этом случае вот там, скорее всего, артерии проходят. Это паховые зоны, да, вот такие где все-таки мало мяса вот, внутри, но там вот артерии могут проходить. И вот там как раз есть целесообразно перетягивать. Хотя я знаю, что умельцы есть, которые перетягивают и не только в паховых зонах, там, прям накладывают там, на мышцы, как крутанут. Здесь есть нюанс один, чтобы не повредить саму кожу, если у вас жгут не резиновый, который вы просто накручиваете, и он сам по себе затягивает, а именно самокрутный из ткани, то в этом случае, чтобы кожу не повредить, необходимо еще кусочек ткани положить в том месте, где вы будете палочкой закручивать. Обычно как это делается? Вот скрутили жгут вокруг ноги, его обернули там, где намереваетесь затягивать, оставили место для палочки, завязали узелком, лучше так делать. Потом подложили под то место, куда вы просовываете палочку, еще ткань, несколько слоев, или бинт, или что-то еще. И когда начинаете закручивать, то в этом случае вы будете зацеплять уже не кожу саму, потому что она будет сходиться вот в место, где вы закручиваете, а будете закручивать уже ткань саму. И тогда кожа у вас не повредится. А так, если вы будете закручивать без ткани, без прокладочки, в этом случае вы можете уже начать наматывать саму кожу. Это, конечно, когда человек нас спасает жизнь, терпимо, но все-таки зачем усиливать неприятные какие-то явления для человека? Вот поэтому иногда, если есть такая возможность, позволяет, есть помощник или есть такая возможность, подложите что-то, рукав какой-нибудь там, ну что-то оторвите, там, подсуньте под место и уже прикручивайте. И вот палочкой, когда прикручиваете, чувствуете, что вот кровотечение уменьшается, и в этом случае, значит, уже вы воздействуете правильно. Если видите, что вы крутите человеку больно-больно, но при этом кровотечение не уменьшается или уменьшилось, но не так, как хотелось бы, значит, вы не в том месте наложили. Нащупываете еще, где есть пульс, и перекладываете. Лучше чуть-чуть сдвинуть, там, потерять несколько грамм крови, нежели чем вот так вот оставить сочащуюся постоянно рану. Это, на мой взгляд, неправильно. То есть вот такие вот моменты. А вообще, Алексей, можно вот, чтобы особо не мудрствовать лукаво, вот затянул и головню туда, раз, как ты, ну, просто ты сказал, что там лучше там потерпеть, если уже там, чтобы выжил, так вот головню туда, раз, там все прижгло, все нормально, кровотечения уже никакого нет, и человек жив, и все. Ну, не всегда головня на самом деле помогает, разные бывают травмы, но как прижигать, да, известно, прижигают, в фильмах нам показывают, там порох высыпают, прижигают там, или головнёй прям прижигают там, вот. Но головня имеет два конца, один обгорелый, а другой целый. Вот целым сначала надо наркоз сделать, по голове дать, в случае, если требуется, да, а уже другой приложить как травму. Доктор, пациент спит, нет, наркоз, да. А еще можно прям, вот если рана достаточно сильная, можно прям пальцами пережать артерию. Вот, если прям видите, что вот артерия вот из нее начинает вытекать, прям берите и пальцами ее пережимайте и держите, пока скорая не приедет. Ну, я говорю, пальцами иногда бывает тяжело, поэтому вот в случае военной, это когда берется какой-нибудь предмет, там камешек, деревяшка, накладывается, сильно прижимает, потому что прижать, зажать рану двумя руками, нажимая на камень, проще, или там на плоский камень, или на деревяшку, проще, нежели просто пальцами заткнуть. Хотя вот в войне случаи были, такие тоже ветераны рассказывали, когда, не сквозное ранение, там просто ранение, там дырка, да, от какой-нибудь пули. И человек просто палец туда засовывал и до госпиталя самостоятельно добирался. Даже такие были случаи. Конечно, я не представляю, как это сделать, и не в любом случае это удастся. Например, если у вас там кости раздроблены, грудная клетка пробита, и через ребра там у вас прошла пуля, ну, наверное, затыкай, не затыкай, там все равно кровотечение внутреннее будет, там органы будут повреждены. А вот если где-нибудь... где органы внутренние не повреждены, там можно стянуть, можно перетянуть, можно даже пальцем заткнуть. Главное, чтобы добраться до медицинских работников, чтобы они быстренько смогли что-то сделать, завязать, перетянуть, удалить, промыть. Ну, в общем, все, что необходимо делать. В общем, здесь страхи сейчас не будем наводить, но для выживания человека в данном случае вот практически все средства хороши. Хотите – затягивайте, хотите – зашивайте. Вот в походе был случай, опять же, когда у людей не было специальной иглы, не было специальных ниток, они вот зашивали обычной. Когда другие пластырь нарезали, пластырем затягивали, кто-то скотчем затягивает, то есть накладывает, потом там еще чего-то. Ну, скотч не очень хорош в данном случае, если там размокает. Но, во всяком случае, жизнь захочет, то, что называется, и... Делаешь, что хочешь, сделаешь. Так, тему мы раскрыли с тобой.
Или еще что-то и сказать? Да, наверное, уже вот сказали много, даже пошутили иногда. Угу. Хорошо, давайте, тогда, наверное, послушаем. Поскольку у нас такая жизнеутверждающая тема, давайте мы сейчас небольшую музыкальную паузу сделаем в формате разбивки первой части от второй части. И после музыкальной паузы, жизнеутверждающей, мы с вами перейдем уже к вопросам на ответы, которые в чате Народнославянского радио появились и в чате нашего канала на Ютубе. Славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части.